Уважаемые слушатели Полевой археологической школы, я представлю вам небольшое выступление на тему «Древнее гончарство». Гончарство – это одно, наверное, из величайших изобретений человечества, и оно имеет достаточно давнюю историю. Обычно с керамикой археологи связывают в основном обожженную глиняную посуду. Но в широком смысле понятие керамика, оно включает вообще все изделия из обожженной глины. То есть не только посуду, но и другие изделия, довольно многочисленные. Когда человек впервые начал изготовлять изделия из обожженной глины? В общем, самые древние находки относятся к палеолиту. И это не посуда, это различные фигурки, имеющие религиозное такое значение. Например, в Чехии, в Южной Моравии, вот вверху вы видите фигурки изображения животных, значит, возраст их 27 тысяч лет. А там же была найдена глиняная фигурка женщины. Вот на картине Буриана здесь вы видите, что тоже глиняная фигурка, фигурка женщины из обожженной глины. Вот. В нашей стране, в России, также были найдены изделия из глины изображенной в широко известном палеолитическом памятнике Костенке. Вот. Сама посуда из обожженной глины появилась также достаточно давно. Когда я еще был молодым студентом, нам читали лекции, что впервые обожженная посуда, обожженная посуда, она появилась на Ближнем Востоке, примерно в период в конце мезолита, в начале неолита, и дальше распространялась уже по всему миру. Но археология не стоит на месте, изучаются новые памятники, новые артефакты входят в употребление, находят новые артефакты. Вот. И, в общем, сейчас известны находки фрагментов керамики, фрагментов древней посуды, значит, самые древние на Дальнем Востоке. И эти находки уже относятся к периоду палеолита. То есть возраст их насчитывает 15-13 тысяч лет. Это значит, что Дальний Восток – это территория Японии, Северный Китай. Наше Приморье дальневосточное является, на данный момент, кто его знает, что там будет еще найдено, но на данный момент это место, где произошло изобретение глиняной посуды. Но стоит сказать немножко о свойствах глины, из которой изготовляется вся керамическая посуда. Значит, глина – это один из первых, наверное, наиболее важных материалов, которые начал использовать человек. Наверняка вначале это было использование глиняных изделий из высушенной глины, а затем происходит то есть глиняные изделия начинают обжигаться. Есть разные теории того, что как произошло изобретение глиняной посуды. Одна из наиболее известных, и в школьных учебниках она тоже есть, это теория, что первая глиняная посуда появилась из того, что плетеные корзины начали обмазывать глиной. Случайно такие обмазанные корзины попали в костер. И, люди с удивлением обнаружили, что глина затвердела, и получилась посуда. Этой теории способствовало то, что
первая керамика, первая посуда древняя, она имела круглое дно, что, в общем-то, необычно. Марсель, то есть вот самая древняя керамика, и у нас здесь неолитическая, она имеет круглое дно. Это несколько необычно. И у меня вот такой вопрос слушателям, в первую очередь, школьного возраста. Почему такая необычная форма посуды? Ну вот корзинная теория, она, в общем-то, на этом и основывается, что они, корзины-то первые тоже они такую форму имели. Вот. Но как вы думаете, удобно ли такой посудой вот сейчас пользоваться? Нет. Почему? Потому что, да, у нас в основном мебель, она имеет вот плоскость, да, какую-то, и его просто не поставишь. А у человека, скажем, верхнего палеолита, мезолита, неолита, у него такая мебель была? Нет. Нет, конечно. То есть, а как можно было, значит, поставить такой? Или ямка, или, как Таисия сказала... Чем-то камнями обложить, да? Вот. Ну и, в общем-то, вся поверхность такого сосуда, она, в общем-то, обогревалась. Может быть, это и приводило к тому, что довольно быстро происходило нагревание воды значит, в этом сосуде. Но по корзинной теории, значит, несмотря на то, что она, в общем-то, так логично вроде выглядит, на самом деле, когда ведущий российский, ну, в общем, наш отечественный ученый, специалист по керамике Бобринский провел эксперименты, значит, то есть сплели корзину такую круглодонную, обмазали глиной, значит, высушили, поставили в костер, и, значит, что произошло? Все развалилось. То есть после того, как выгорели прутья, керамика не держалась, совершенно не держалась. То есть все превратилось в кучу мелких обломков. Этот эксперимент был повторен и другими специалистами. В общем, эта теория, она не выдержала проверку экспериментом. Вот. Скорее всего, причиной было... Ну, керамику изобрели несколько другим способом. И вполне возможно, что даже не в одном месте. То есть, ну, как бы изобретение это величайшее, оно лежало на поверхности. Точно так же, как использование камня, использование изобретения лука и стрел, это могло возникнуть в разное время, значит, может быть, в один период, но в разных местах. Чем интересен этот материал как глина? Во-первых, этот материал, этот минерал, он распространен практически везде. Ну, очень большое исключение места, где нет глины. То есть человек, первобытный человек, с этим материалом сталкивался практически везде и его использовал с древнейших времен. Дальше. Глина, она пластична. Это ведет к тому, что из нее можно лепить практически любые формы. Все можно вылепить. Мы это с вами попробуем. Вот. И самое главное, после обработки обжигом, после обжига глина приобретает совершенно другие свойства. То есть она уже становится не пластичная, она твердая, она относительно прочная. Вот. И та форма, которую ей придал человек, она, в общем-то, достаточно долго сохранилась. Глина имеет настолько большое значение в жизни человечества, что она практически во всех сферах жизни нашла свое отражение. Ну, во-первых, вы знаете, что в религиях, в воззрениях очень многих народов человек создан из глины, да. В той же Библии написано, что Бог создал Адама из праха земного, то есть, в общем-то, вот из глины или что-то подобного. Здесь вот как раз на этом барельефе показано, ну, создание человека из глины. Маленькие человечки – это люди, а большие – это боги. Глина незаменима в архитектуре, особенно после того, как человек начал обжигать кирпич, это тоже изобретение очень важное. Значит, возникли огромные города. Здесь мы с вами видим и города Междуречия, вообще цивилизация Междуречия, ее называют глиняной цивилизацией, потому что в этом регионе мало леса, мало камня, но зато в изобилии огромное количество глины. Вот. Из глины делается практически все.
Но так как леса мало, то обжигать, конечно, невозможно. Но ну, не то, что невозможно. То есть этот ресурс, он имеет ограниченный характер. И что-то обжигали, но основные строения, скажем, в той же самой Месопотамии, они делались из необожженной глины. И наиболее важные только из них, они обкладывались обожженными кирпичами. Вот. Это еще одно, еще один объект древней цивилизации, который связан с изделиями из глины. То есть это остатки раскопки города Мохенджо-Даро. А в верхней части, так вот на этом снимке, это города Средней Азии, где также использовалось очень много, возникало архитектурных изделий из глины. Глина послужила и первичными как бы тетрадями, на которых древние люди изображали свою письменность. Всем известен фесский диск, который до сих пор, письменные знаки, на котором еще до сих пор не разгаданы, вот, он сделан из глины. И широко известны целые библиотеки глиняных табличек, найденные в той же Месопотамии, где не было папируса, значит, и вот глина явилась дешевым и распространенным материалом, на котором можно было писать клинописные знаки, вот один из первых артефактов, которые, на котором нанесены ну, почти пиктографические знаки. Из глины до нас дошли макеты, например, вот такого двухэтажного дома из на острове Крит, насколько я помню. Вот. Модели из глины. Может быть, это была детская игрушка, может быть, это был какой-то вативный предмет, то есть такого для жертвоприношения, но тем не менее, вот он до нас дошел, и мы благодаря обожженной глине, керамике, имеем представление, как выглядели дома минойской цивилизации. Из глины была изготовлена целая армия китайского императора Цинь Шихуанди, как бы погребальный комплекс, ну, не само погребение, а комплекс, связанные с погребением этого китайского императора, траншеи заполнены вот такими глиняными солдатами, глиняными всадниками, лошадьми, колесницами. Все это, в общем-то, изготовлено было из глины. Ну и, естественно, мы переходим с вами к посуде. Археологи нашего региона чаще всего с керамикой вот древней сталкиваются в виде посуды. Вот. И практически все культуры, все этносы земли, значит, используют, в древности использовали глину, вот, и изготавливали сосуды вот от таких невзрачных баночек до шикарных изделий греческих керамистов. У нас на Южном Урале первая глиняная посуда появилась примерно 7 тысяч лет назад. Она относится к эпохе неолита. Здесь у нас все нормально. То есть, как вот раньше решили, что появление глиняной посуды, ну, специалисты выявили, что появление глиняной посуды связано с эпохой неолита, у нас это как бы вот продолжает оставаться. То есть, палеолитической керамики у нас еще не найдено. Ну, может, кто-то из вас в будущем такое открытие сделает. Вот. Ну, вы видите, что первая посуда, она у нас также была круглодонной, вот, и ну, вот, имела особую форму, практически вся заорнаментированная. Вот, неолитическая керамика выглядела у нас вот таким вот образом. Чаще всего она встречается в виде фрагментов, очень сильно фрагментирована, вот, но иногда встречаются целые сосуды, или сосуды реконструируются из развалов. Вот. Какое значение для археологов керамика имеет? Во-первых, относительная легкость изготовления приводит к тому, что керамической посуды делается много. Вот. Во-вторых, эта посуда бьется довольно часто, она хрупкая, вот, и ее постоянно нужно воспроизводить. Вот. Ну и самое главное, обожженная керамика может очень долго сохраняться. Она сохраняется и несет ту информацию, которую археологи, в общем-то, благополучно считывают. Керамика является массовым археологическим материалом
который используется ну, практически во всех регионах археологами для ну, выявления информации о жизни древних людей. Значит, прежде всего, информацию вот, по трем можно аспектам выявить. Это в каждом регионе, в каждой археологической культуре в определенное время существовала своя форма посуды, существовал свой орнамент и своя технология, метод изготовления посуды. Везде это делалось по-своему. И таким образом, значит, выявляя форму посуды, выявляя орнаментацию, значит, какие узоры, какова технология изготовления, как древние люди изготавливали эти горшки, вот, археолог может вполне спокойно определить, значит, к какому времени, к какой археологической культуре относится ну, тот или иной памятник, где найдена вот эта вот керамика. То есть если вы находите, скажем, вот такие вот горшки с острым ребром, с коротенькой шейкой, вот такой вот пропорции, с таким орнаментом, то можно говорить, что это вот синташтинская археологическая культура. Ну и так далее. То есть вот каждый из этих горшков, которые здесь представлены, они, в общем-то, относятся к отдельной археологической культуре. И если вам сейчас пока непонятно, значит, я имею в виду школьников, разница между вот этими сосудами, то, поработав в археологической экспедиции, на памятниках, посмотрев вот эту вот посуду, вы сможете довольно легко, ну, по разным деталям, по орнаменту, по форме шейки, там, по высоте и так далее, вы можете определить, к какой культуре относится этот памятник. Это часто помогает в разведках. Значит, когда под ним делается подъемка археологической керамики фрагментов, и по фрагментам можно определить, какая археологическая культура, к какой археологической культуре относится это поселение, ну или стоянка неолита. Археологам, значит, еще раз, керамика дает огромную массу информации. Я не буду в это углубляться, есть хорошие книжки, вот. Значит, ну, например, по символике, по идеологическим каким-то воззрениям, то есть вот здесь на одной из лекций уже говорилось, что свастический знак солярный, он возник не, скажем так, в фашистской Германии, хотя вот у всех такой есть стереотип. Вот. Свастический солярный знак находят у нас, например, в эпоху бронзы один из распространенных элементов, и это говорит о неких идеологических воззрениях, о поклонениях солнцу, о поклонениях, скажем, свету, о культе плодородия, ну, как бы с определенными допусками. Вот, то есть мы это встречаем на керамике, на донышке, в частности. Ну да, солнце круглое, в общем-то, вот оно где-то так и связано. Ну, как один из вариантов, да. Здесь не очень хорошо видно, но тоже информация не только о самой керамике, но и о жизни древнего общества. Может, кто-то знает, что это за сосуд? Сосуд срубной культуры. И на нем есть изображение древней колесницы. Если вы присмотритесь, вот, по-моему, колесо, потому что, а да, вот колесо, а это что? Кузов, дышло. То есть вот изображение древней колесницы, которая есть на сосуде срубной культуры. То есть есть дополнительная информация помимо керамики, есть еще и... Еще, например, тоже может быть не очень хорошо видно, но вот здесь вот на внутренней поверхности сосудов эпохи бронзы у нас на Южном Урале часто находят отпечатки ткани. Сама ткань, вы как археологи знаете, да и вчера и лекция тоже была, органика сохраняется очень плохо. Ткань найти, скажем, в эпоху бронзы, да и в общем-то в более поздние культуры, это большая редкость, это большое открытие. Вот. Но так как при изготовлении сосудов использовалась ткань, значит, при изготовлении, когда человек еще пользовался мокрой глиной, да, то есть глина была сырая, вот, отпечатки мы довольно часто находим. И по этим отпечаткам археологи могут реконструировать, скажем так, ну, как выглядела ткань, переплетение, там, нити основы и так далее.
Вот, и целые работы, целые диссертации можно вот защищать вот по таким вот отпечаткам только. Я руковожу клубом юных археологов Формика Челябинского дворца пионеров, и мы в своей работе в учебной, в общем-то, часто используем эксперименты и реконструкции вот по поводу изготовления глиняных изделий. Ну, в частности, пытаемся восстановить технологию, как древние люди, ну, на основе научных статей, на основе лекций специалистов, пытаемся реконструировать вот этот вот процесс, ну, вместе со студентами. И вот в археологических экспедициях мы такие вещи делаем. Считается, что, как правило, горшки делал кто в первобытности? Есть такой стереотип. Кто, мужчины, женщины? Кто-то говорит мужчины, кто-то женщины. Но вот есть стереотип все-таки, что это женское это дело, горшки делать, да? Вот, глиняную посуду лепить. Вот. Хотя, в общем-то, наверное, этот стереотип тоже ну, не совсем правилен. То есть при исследованиях можно определить, отпечатки пальцев на глиняной посуде оставались. При исследованиях можно определить, что да, какие-то отпечатки мужские или женские, так вот, мужские отпечатки тоже на этой посуде есть в разные периоды, в эпоху бронзы. Так вот, но тем не менее, мы пока пойдем по стереотипному пути, то есть мастерицы изготовляют глину, мы такие вот, да, они владели, практически все женщины обладали навыками изготовления значит, глиняной посуды, гончарной. Естественно, в каждой культуре все это делалось немножко по-своему. Основные этапы. Значит, этап подготовительный, значит, по Бобринскому, по специалисту. Значит, этап подготовительный. Глину добывали. Ну, так как глина была везде, хотя качество у нее разное. Есть глина жирная, есть глина тощая. Вот. И ту, и другую глину использовали, но для разных целей. Например, если вы хотели глиной обмазать очаг, вы какую глину берете? Так, значит, надо брать тощую глину. Почему? Потому что, а тощая глина, это что за глина? Это глина, в которой много песка. Вон она у нас там в ручье. Вот, глина, в которой много песка, песчаная, и она не пластичная. Вы из нее не слепите колбаску и не свернете, потому что она у вас развалится. Да? Вот. А жирная глина, она очень пластичная, в ней практически нет примесей, она очень мелкодисперсная, такая вот вся, вот, без примесей. Вот. И ее можно лепить как пластилин. Вот. Но у нее другая проблема. Значит, печку обмазывать жирной глиной нельзя. Что произойдет? Нет, не растает ни в коем случае. Она просто очень потрескается еще, когда печка будет сохнуть до обжига. А вот посуду делать из жирной глины тоже не всегда получается, то есть нужно туда что-то добавлять. Ну, мы про это поговорим. Вот, но глина жирная, значит, она пластичная, из нее легко что-то лепить. Вот, то есть ее добывали, и значит, заготовление первичного сырья вы здесь видите, реконструкция. После того, как глину очищали от примесей, там, корешков, камушков, значит, еще все, что сопутствовало, ее где-то засыпали, и если нужно было много глины, то ее, как правило, месили ногами, ее надо было еще первично обработать, то есть это вот подготовительная фаза к изделию, надо ее обработать, перемешать, чтобы уплотнить, чтобы не было каких-то пузырьков там и так далее. Вот девушки, значит, первобытные, они как раз этим занимаются. И после того, как глина, скажем, иногда, вернее, во время перемешивания добавлялись различные добавки. Зачем в глину добавки? А та же самая причина. Первобытный человек стремился глине придать те свойства, которые ему необходимы. То есть ему не нужна была сильно жирная глина, потому что она трескалась при сушке. Значит, в общем, это нежелательно. Значит, надо было туда добавить немножко разных примесей. У нас на Урале очень часто в эпоху бронзы, в эпоху неолита примесью служил какой минерал? Тальк, конечно. Вот, мы с вами тоже попробуем вот здесь вот как раз в сосуде. Вот видите, да? Так,
Сейчас нажмем. Что-то тут с батарейкой, наверное. А может, я не на то нажал. В общем, видите горшок, в котором как раз вот этот тальк, измельченный тальк, который мастерица добавляет в глину. И готовится таким образом уже не просто глина, а мастера это называют глиняное тесто. Кроме талька можно было добавлять дресву, это мелкую камушки, шамот, это старый глиняный горшок, который раздробили до мельчайших частиц и тоже туда замешали, вот в это тесто. Слюду добавляют, иногда и органические примеси. Это конский навоз могли добавлять, раковины и так далее, и так далее. Надо сказать, что мы часто при археологических находках находим горшочки маленькие, грубо слепленные такие неумелыми руками, на которых есть даже отпечатки детских пальчиков. Нам это говорит о чем? О том, что с раннего возраста дети, девочки привыкали к труду. То есть они вместе с мамами сидели, вот как здесь вот, и не просто смотрели, а повторяли все то, что в традиционных обществах это нормально. Вот и игровая имитация, и даже не имитация, а как бы иногда и серьезная работа с раннего возраста, с двух-трех-четырех лет, значит, это нормально. То есть и такие горшочки, они тоже встречаются, это очень такая интересная тема. Вот это все как раз происходит. Ребенок работает, мама тоже изготавливает глиняную посуду. Далее. Вот. Еще раз, то есть уже на конкретные изделия бралось определенное количество глины, а эта глина, этот кусок тоже уплотнялся, тоже проминался всячески довольно долго, и получалась такая, в общем-то, достаточно монолитная масса. И чаще всего сосуд начинали лепить с донышка, есть такое понятие. Это мы уже переходим к следующему этапу, от подготовительного к изготовлению керамики, значит, к изготовлению изделия. Вот. Чаще всего с донышка. Есть такой термин донно-емкостной начин. Это когда мы изготавливаем сразу донышко и верхний край, придонная часть, нижнюю часть сосуда. Вот. Вот как раз, то есть вначале это делалось в виде лепешки, а потом загибались края. Ну, могли просто делать донышко, и потом на него, ну вот края отгибали, можете вот здесь вот посмотреть, вот так вот, вот, и начинали формировать стенки сосуда. Затем этот сосуд, вот этот вот донно-емкостной начин, да, вот этот уже часть сосуда, ее начинали наращивать. Наращивали тоже разными способами. Могли брать просто лоскутки. Итак, наращивали посуду, значит, вот изделия от дна разными способами. Могли брать лоскутки, и вот эти кусочки глины, лоскуточки прикрепляли к посуде, вернее, к основе, к донышку. И дальше наращивали стенки сосуда. Могли кольцевым способом, могли спирально кольцевым способом, то есть как бы вот такие жгутики глиняные изготовлялись из сырой глины, и потом уже дальше наращивали стенки. И таким образом можно было делать довольно большие горшки, такие вот на 2, 3, даже 5 литров корчашки. После того, как изделие было изготовлено, значит, поверхность сосуда обрабатывалась, выравнивалась. Это делалось тряпочкой, могло деревянным ножом, там пучком травы заглаживалось или просто мокрой рукой. Вот. И она приобретала керамика, горшок или баночка приобретали довольно-таки изящные, хорошие формы. Такие примерно. Значит, иногда по полусырой глине применялось лощение. Вот здесь вот этот процесс лощения как раз показан. В качестве лощила, то есть инструмент, которым пользовались, это могла быть отполированная косточка, или плоский камушек, или деревянное лощило могло быть, то есть оно самое разное. Мы встречали каменные лощила на Синташте, кто вот у нас из школьников работал, там очень много в эпоху поздней бронзы встречалось каменных, сработанных из кварцевой галечки лощил по вот такой керамике. Пока глина еще сырая, наносился орнамент. Орнамент самый разный, по форме.
В эпоху бронзы это прежде всего геометрический орнамент в виде таких линий, фигур, ромбы, треугольники, вот, параллельные линии. И часто орнаментир, прибор, которым вот этот орнамент наносили, он имел такие зубчики, очень распространенные также в эпоху бронзы, ну вот, как бы, техника геометрического орнамента. Видите, здесь достаточно четко. Вот, изготовленную керамику несколько дней сушили. Если ее не просушить и поставить в костер, чтобы сразу обжигать, ну, они, все сосуды просто потрескаются. Поэтому сушить... Причем сушка тоже дело не простое. Как бы, если вы сразу сосуд поставите сушить на солнце, в солнечную погоду, в ветреную особенно, он у вас просто-напросто растрескается. Поэтому первоначальная сушка была, скорее всего, под каким-то навесом, закрыта в тени, закрыта от солнца. Вот. И, значит, уже после того, как вода из глины, из сырой, испарилась, вышла, значит, в основном, то есть сосуд, вот видно, что он сухой, вот. Но вода в нем все равно остается какая-то, его можно выставлять на солнце. Ну и остатки вот этой влаги, H2O, они уже как бы испарялись во время обжига. Ну, обжиг – наиболее ответственная часть процесса изготовления посуды. Значит, чем она важна? Потому что вы уже можете изготовить целую серию горшков, там 20-30, потратить на это труд, время, но если неправильно организовать процесс обжига, что-то нарушить в технологии, то у вас вся эта посуда, она просто-напросто полопается. Обжигали посуду или в очаге, или в костре, вначале, но опять же, ее не сразу складывали в костер, а ее нагревали вначале у костра, некоторое время она должна быть нагретая. Если вы горшок сразу поставите в костер, с ним случится то же самое. Ну вот мой первый опыт экспериментального изготовления, значит, все приходилось опытным путем, то есть я был студентом, свою серию посуды я сразу поставил без предварительного нагрева в костер. Ну и, в общем, был небольшой фейерверк с разлетанием осколков, ну, на 5-10 метров. Вот. Это достаточно опасно. Поэтому нагревание посуды, значит, перед обжигом, оно обязательно. Наверняка древние люди в результате вот этого процесса изготовления посуды, они, значит, какие-то клятвы произносили, какие-то жертвы приносили тем духам, тем богам, которые ответственны за те стихии, ну, вода, земля, значит, глина, то есть, и огонь. Значит, наверняка к ним обращались с какими-то просьбами, чтобы посуда была целая. Ну вот как раз сам процесс обжига происходит, особенно он красив. Посуда в костре, она часто принимает такой красный раскаленный цвет и ну, бывает очень красивой. Значит, мы такие работы со школьниками в экспедиции проводим постоянно, систематически. Вот здесь вот экспериментальная или, может быть, лучше сказать, реконструкторская работа, она здесь показана. Вот. То есть мы не только изготавливали серии посуды с разными там качествами, то есть мы смотрели, как отощители влияют на усадку, то есть насколько уменьшается во время сушки с тальком, насколько уменьшается с песком, а насколько вообще, если просто жирную глину взять, как он, то есть разные способы усадки мы, значит, разные формы керамики изготавливали. Ну и пытались, значит, вот здесь сосуд, значит, нижний снимок, так, слева, это сосуд, горшок федоровской культуры, да, имитация, реплика, вот. И, значит, вот в этом горшке мы варили кашу, и вот ребята на себе, значит, экспериментируют, насколько съедобна каша, сваренная вот в таком горшке. Перед вами сосуд петровской культуры эпохи бронзы, но он необычен. Необычен, мы его в коллекции выявили, значит, работая по школьной исследовательской работе с одним из наших воспитанников клуба «Формика».
В чем необычность? Значит, ладно, я не буду вас томить, значит, потому что видно не очень хорошо, но это горшок, сделанный из двух половин. Значит, нижняя часть, мы посмотрели, внимательно изучили, нижняя часть горшка – это старый горшок, который был сделан, значит, верхняя часть у него почему-то разрушилась. И тогда мастера не стали лепить новый горшок, они доделали, значит, верхнюю часть. И вот на, вот, вот здесь вот, довольно четко, когда особенно рассматриваешь горшок, виден шов между двумя половинками сосуда. То есть это определенная вот технология изготовления, значит, ремонт старого горшка, как бы доделывалось новое. Но если вы попробуете когда-нибудь на обожженный горшок прилепить свежую глину, она у вас держаться не будет. Значит, то есть как бы мы такие эксперименты тоже проводили, значит, скорее всего, разрушение старого горшка произошло во время сушки, да, то есть когда, и потом уже мастер добавил, но орнамент почему-то выглядит уже совсем по-другому. Ну, еще один вот момент из технологии керамики, да, следующий, вот, на этом горшке что-то необычное вы видите? Заклепки – это тоже традиционно для эпохи бронзы. Значит, горшки были настолько ценным предметом, что в эпоху бронзы на них не жалели бронзовые скрепочки. То есть, если трескался горшок, значит, его две дырочки сверлились по сторонам трещины, и вставлялась скрепочка, крепилась. Иногда несколько скрепок, вы их здесь видите, да? Вот они. Вот скрепочка, да? Видите, вот трещина, дырки, и все там как бы скрепкой закреплено. Но воду там уже невозможно, конечно, кипятить, но сыпучие продукты какие-то держать можно, ну или, значит, не совсем сыпучие. Но здесь есть еще одна особенность, необычная, и она мало исследованная археологами, специалистами. Какое? Ну, правильно, глиняная заплатка. Вот эти вещи, они как-то вот, ну, мимо внимания специалистов в последнее время проходили. Один только Александр Иванович Гудков, это замечательный вот наш с вами современник, специалист по керамике. У него есть статья, где он упоминает вот, из могильника степное, несколько, два сосуда он упоминает. Вот. А мы со школьниками, значит, решили посмотреть коллекции, отсмотрели коллекции, нашли, что, ну, например, сосуды с заплатками составляют от 5 до 10% вот этих вот сосудов могут в некоторых коллекциях составлять эпохи бронзы. Вот. И мы спрашивали у Цетлина, это руководитель лаборатории при Институте археологии Российской академии наук, керамическая лаборатория, продолжатель Бобринского, есть ли вообще в других культурах вот такие подобные встречи? Нет. Возможно, вот эти заплатки, это маркер, это мы со школьниками как бы вот такие выводы делаем, а ученые нам скажут или да, или нет, там как-то. Ну вот, что такие заплатки, значит, это маркер. То есть они, возможно, как-то вот наш технологический маркер, который показывает, что это наша южноуральская керамика, вот эпохи бронзы, скажем так, эпохи бронзы. Thank you.